По самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса продлится до середины лета. Об этом говорят специалисты ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии. Прогноз обновляется с учетом самой свежей информации. В общей сложности в Финляндии на данный момент подтверждено 880 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 82 человека, из них 22 в тяжелом состоянии. Напомним, границы с ближайшими к Мурманской области государствами, страной Суоми и Северным Королевством временно закрыты. Посетить их можно только в особых случаях.